можно уйму времени и сил потратить на обустройство интерьера, и вроде бы все получается красиво и стильно, но неподходящие шторы все портят. И я давно пыталась их заменить, но все, что мне нравится, вдруг резко исчезло из местных магазинов. Да, так часто бывает. И чтобы найти шторы своей мечты, я даже в отпуск отправилась, прихватив с собой кусочек обоев. И мне повезло. В Италии много торговых сетевых гипермаркетов для дома, что-то типа IKEA. Один из них – Conforama. Вот тут-то я и нашла то, что давно искала. Это просто праздник какой-то. Все расцветки, которые мне нравятся и должны подойти к интерьеру моей спальни. Размеры разные и цены вполне приемлемые. Глаза, конечно, разбегаются. Прикладывая кусочек обоев, в конце концов выбрала себе шторы. Красный ценник, конечно же, тоже подкупил. Старые шторы вешались с помощью шторной ленты. Нелегкое это занятие, скажу я вам. А вот снимать гораздо быстрее получается. И кольца теперь мне тоже не нужны. А вот это один из самых приятных моментов – распаковывать новые вещи. Я, конечно же, и сама могла бы сшить себе шторы, тем более, что выбор материала значительно больше готовых. Но, во-первых, это своего рода сувенир, а во-вторых, шторы вешаются вот на такие люверсы. Это очень удобно, и я именно о таких мечтала. А окно закрываю для камеры, чтобы видео получилось более качественным. Это просто кайф какой-то, никаких особых усилий. Я такие шторы, если честно, в первый раз вешаю. Но это еще не все. Будут и вторые. На ощупь очень приятные. Вот, теперь я поняла, как их еще и быстрее вешать. Карнизы деревянные. И да, красила я их сама.
Класс! А вот эти крючки я купила в нашем обе, хотя продаются они под наименованием вешалки. Ну, а я их буду использовать как крючки для штор. Мне кажется, идеально подходят. Вот и все. Последний штрих, и можно любоваться полученным результатом. А из старых штор получились прекрасные подвязки и декоративные подушки. Можно еще вот так. Или так. А вот что было раньше. А сейчас, по-моему, получилось неплохо.